Нет, приехал развальчик сделать, вернее, схождение. Развал у нас не регулируется, а то переобулся я на зиму и что-то вправо начало уводить машину на вот этих китайских шинах. Вот такие у нас сейчас значения, да? Получается минус 0,17, минус 0,24. По заводу рекомендуемое значение от 0 градусов 0 минут до минус 0 целых градусов 10 минут. Вот данные с 3D стенда, здесь допускается минимальное 0 целых градусов 10 минут, максимально просто 0. До смены резины у меня стояло минус 0 градусов 3 минуты, и мы сегодня выставим такое же значение. Вот выставили, как у меня стояло до, с 3D стенда, до замены резины, когда проблем не было, вот. Это значение. Минус 0 градусов 3 минуты. Слева и справа. Я думаю, будет все нормально на таких значениях рекомендуемых. Ну все, выставили мне схождение, как я и просил. Вот левое и правое схождение. Минус 0 градусов 3 минуты. Если вы будете делать, тоже говорите, чтобы вам, ну там, 0 ставили или 0 градусов 5 минут. То есть не больше минус 0 градусов 10 минут. Потому что некоторые ставят в плюс по старым стендам значения и по старым данным, и это будет неверно, поэтому ставится схождение в минусе,